Подольск – один из главных центров подмосковного футбола. Одна тамошняя команда «Витязь» играет в первом дивизионе, а недавно выбила из Кубка России «Спартак Нальчик». А вот другой представитель подольского футбола «Авангард» в этом сезоне всерьез намерился сменить свой статус любительского клуба на профессиональный. Против такой команды даже в родных стенах у Сени же шансов было маловато. Игра только подтвердила предстартовый расклад. Забив в каждом тайме по мячу, гости одержали уверенную победу 2-0. «Авангард» с 55 очками упрочил свое положение во главе турнирной таблицы. А «Сенеж» по-прежнему шестой. 19 матчей, 9 побед, 4 ничьи, 6 поражений. 38 мячей забито, 23 пропущено. Набрано 31 очко.